Приветствую вас на своем канале Анчик Нарисуйка. Сегодня мы с вами будем рисовать Настю Кош. Отмечаем, откуда у нас будет идти вот отсюда до сюда. Проводим линию прям. Вот отсюда до сюда. Ребята, подписывайтесь активнее. Я очень стараюсь рисовать. Чтобы у вас было одинаковое расстояние вот отсюда до сюда и отсюда до сюда. Так, теперь мы будем рисовать глазки. Носик у нас начинается от бровей. Теперь мы начинаем рисовать прическу, то есть волосы. Насти Кош волосы белые. Там... Сейчас я буду рисовать белые рисовать. Вот у нас получилось. Не забываем подписываться. Настя Кош у нас будет в футболке. Потом рисуем рукава. Далее рисуем. Продолжаем рисовать.
Так вот. Рисую мягкую игрушку, которую держит Настя кош. Это будет такая обечка. Рисуем ей ушки. Такие вот. Рисуем, как Настя кош держит обечку. Еще одно ушко рисуем печкой. Настя кош его держит. Так. Пока я так отвечаю, буду прорисовывать больше, когда раскрасим. Волосы дальше идут вниз, у меня длинные волосы, вот до сюда. Теперь рисуем здесь мордочку овечки. Глазки рисуем, реснички. Я ее уже ввела карандашами цветными. Сейчас буду разукрашивать. Сначала разукрашиваю лицо, носик. Thank you.
Окей, волосы нарисую.